Станислав Бондаренко – счастливый папа в счастливой семье. Ну, я тихо, себя красивый. Вижу. Папа, я тут. Себя вижу, детка, и свечусь. Папа, а Олеся. И едем. Пока. Поехали. А мы же в садик пора ехать. Везет вас. Одна папина сила. Одна папина сила. Одеялки. Нет, это не одеялки. Что это? Ну-ка. Ника, ну что, подходит тебе? Да. Алексика, тебе? Да. Мои зайки. Поменялась. Просто, Алекс, у тебя чуть-чуть побольше куртка, а у Мики немножко поменьше. Ну, по-моему, классная, да? Нарядные, Алексик? Ника, кто это? Это не магазин. Это что? Это администрация этого жилого комплекса. Комплекса. Так, а что мы будем кушать в итоге? Это хлеб. Что ешь, Алекса? Что ты ешь? Пиццу. А Мика? Я знаю. Вкусно? И рыбу. И рыбу? Ой, что я хочу, дайте мне. Девочки, вы тут не заостряли, нет? Что вы делаете? Как всегда, набор игрушек. Тебя? Как две? Одна собачка, другая кошечка. Друзья, чтобы не пропускать новое видео, подписывайтесь на канал сериала «Актеры. Личная жизнь». Внизу пишите комментарии и ставьте лайки.